Приветствую вас, друзья! Меня зовут Николай Котин, и в этом видео я вам расскажу, как вот с такой суммы за короткое время сделать вот такой вот доход. Даже если вы новичок и не умеете привлекать людей. Стало интересно? Тогда давайте смотреть. Итак, 31 мая будет пресс-старт маркетинга StarTrack. Очень интересный проект, особенно для тех, кто не умеет приглашать, не знает, как строить команды, но хочет быстро заработать и заработать больше, чем вложил за короткое время. Я сейчас не буду читать всю данную презентацию. Ссылка будет под видео на данную презентацию. Сможете ее скачать и у себя посмотреть. Я лишь прилистаю к основным аспектам, как я считаю. Сейчас вам донесу, как именно вы здесь сможете заработать. Когда вы активируете здесь бизнес-место, это называется планета. То есть вы купили одну планету, это ваше бизнес-место. Планеты вы можете купить сколько захотите. Стоимость одной планеты 360 рублей. Самый главный слайд, который интересен, это вот этот. На этом слайде я и объясню и маркетинг, как здесь зарабатывается, сколько можно заработать и почему именно здесь можно даже двигаться без приглашений. А в данном маркетинге несколько уровней, то есть максимальный уровень это 15. А с 1 по 4 уровень идет накопление. То есть когда люди двигаются по этим уровням, в системе накапливаются деньги для последующих выплат. И когда мы закрываем 5 уровень, не переходим, а именно закрываем, мы зарабатываем 365 рублей. СТ это равняется как раз рублям. Когда мы закрываем 6 уровень, 1820, далее 8900, 25700, 64800, на 10 уже более интересно становится, это 121 400 рублей мы зарабатываем, когда закрываем 10 уровень. И 15 уровень это уже 26 857 тысяч. И теперь я вам расскажу, как именно здесь идет движение. Движение непосредственно, как мы будем переходить с одного уровня на другой. Буду рисовать вот такие квадратики. Они, скажем так, не очень красивые, но я думаю, вам будет все понятно. К примеру, в проект зарегистрировался первый человек. Дальше под него встают 5 человек. То есть они регистрируются позже. И после того, как под первым человеком накопилось 5 человек, он переходит на второй уровень. Дальше в проект регистрируется еще 5 человек. И уже вот второй человек, который зашел в данный проект, переходит на второй уровень. И то же самое дальше. Как зарегистрировалось еще 5 человек, вот этот человек переходит дальше на второй уровень. И то же самое здесь. Чтобы первый человек перешел на третий уровень, нужно, чтобы здесь под ним появилось 5 человек, которые перешли с первого уровня. 5 человек появилось, данный человек переходит на третий уровень. После того, как здесь появится 5 человек, данный человек переходит на третий уровень. И то же самое идет дальше на 4, на 5, 6, 7 и так далее. И если оставить данную систему так, как есть, то это будет очень невыгодно. То есть здесь заработают единицы, если бы была только такая модель. Именно из-за этого основатели сделали так, что каждая планета, мы помним, что мы покупаем бизнес-место, это планета. Каждый человек может купить одну, три, пять, десять, двадцать, хоть сто планет, сколько захочет. И каждая планета каждые 2 часа создает кометы. Кометы не дают никакой доход, они созданы для того, чтобы толкать очередь снизу вверх. То есть представьте, вот эти все люди каждые 2 часа создают одну комету. В сутки получается 12 комет создает одна планета. И получается вот эта планета, эта планета, эта планета, эта планета. Все вот эти планеты, я уже рисовать не буду, создают внизу кометы, которые действуют точно так же, как и планеты, но они никакой доход не несут. Они только проталкивают планеты, чтобы те выходили на новые уровни, и приносили доход тем людям, которые приобрел эти планеты. Эти планеты, они сгорают, но сгорают не только на первом уровне, а сгорают намного дальше, да, они проходят. У них есть определенное количество часов жизни, можно так сказать. Сколько будет существовать комета, пока неизвестно. Но функцию она будет свою выполнять, чтобы все люди как можно быстрее
выходили на новые выплаты. Регистрируются новые планеты, создаются кометы, и человек, когда переходит на новый уровень, получает вот такие выплаты. Точнее, когда он закрывает уровень, чтобы получить 25700, нужно закрыть 8 уровень, то есть перейти на 9, и вы получите данную сумму. И вот с помощью этих комет будет постоянное движение. Даже если в этот день ни один человек не присоединился, очередь будет постоянно двигаться. Но такого не будет. В данный проект он еще не запустился, а уже ежедневно добавляется более 1000 человек каждый день. Я думаю, вы поняли примерно, как двигается очередь. Запуск будет 31 мая, а основной старт он состоится или 21 июня, или может быть раньше. То есть дата именно старта, она еще точно не фиксирована, но примерно 21 июня. Предстарт, когда мы можем купить именно планеты, будет 31 мая. Ну и представьте, в проекте 100 тысяч планет. Не человек, да, а именно планет. Кстати, на старте это возможно, может будет и меньше, но буквально несколько дней даже после старта будет намного больше. А может и на старте будет такое количество планет. Одно из самых интересных здесь вообще не имеет роли, кто кого пригласил. Вот представим, что есть 100 лидеров, да, или 1000 лидеров. И каждый лидер приглашает кто-то там 10, кто 100, кто 1000 людей в день. И все встают друг под друга. Этого человека и этот пригласил, этого вот этот человек пригласил. Вот этого человека этот лидер пригласил. Без разницы, кто кого приглашает. Здесь самое интересное, кто быстрее встанет, тот будет ближе к выплатам. Но это не говорит, что выплаты будут получать только те, кто находится в самом начале. За счет вот этого движения здесь будет постоянный выход на новый уровень, и все со временем будут зарабатывать энные суммы. На старте много людей, кто позакрывает уже первые уровни. То есть не первые, а вот уровни, где идут выплаты. И вот представьте, 100 лидеров или 1000 лидеров здесь будет. Все приглашают, все выстраиваются в одну очередь. И дальше, что от лидеров, что от этих планет, ну, лидеры это те же самые планеты, да, то есть те люди, которые умеют приглашать. Создаются кометы, которые постоянно также появляются снизу очереди. Они могут стать сюда, здесь несколько комет может появиться, а здесь несколько комет. Они встают в конец и проталкивают всю очередь. Они несут никакой прибыли. Они делают так, чтобы мы выходили на новые уровни и зарабатывали. Получается, можно сказать, как одна, да, дружная семья, которая помогает друг другу выходить на новые уровни. То есть каждая планета – это определенный вклад. Вы купили себе планету, и каждые 2 часа от вас исходит комета, которая толкает всю очередь вверх, приближая всех к новым выплатам. Теперь давайте представим, что в проекте 1000 человек. Точнее, не человек, а 100 тысяч планет, да? 100 тысяч планет, это будет очень быстро, за короткое время. То есть каждый человек может купить, как я говорил, не одну планету, сколько угодно. И, скажем, в проекте 100 тысяч планет. Умножим на 12, получается 1 200 000 комет каждый день будет генерироваться и толкать всю очередь. И вот при таком раскладе, естественно, выплаты будут намного быстрее происходить, если же не было этих комет. А с маркетингом, я думаю, более-менее понятно, как мы здесь будем двигаться по уровням. Регистрация будет 31 мая, и кто быстрее нажмет на кнопку «Оплатить», да, оплатить именно планету, купить планету, зарегистрироваться в маркетинге, активировать его, тот будет вставать раньше. Но даже если вы не успеете там 31-го, 1-го, да неважно, вот эти кометы, они будут двигать очередь, и со временем люди будут выходить на выплаты. А какой еще здесь есть дополнительный бонус, да, если вы приглашаете людей? А вот это ваши выплаты, когда вы доходите до этих выплат, а это выплаты вашего куратора, того человека, кто вас пригласил в данный проект. И мне, человеку, который умеет, да, приглашать, не больно интересны именно мои выплаты. Мне именно интересно, когда будете зарабатывать вы. И если вы встанете раньше меня, да, то есть вы раньше меня нажмете на кнопку «Активировать» и попадете раньше меня в проект. К примеру, я на старте, когда будет старт, закрою только 5-й уровень, да, то есть я позже нажал на кнопку, чем вы оплатить, а вы раньше нажали и вы закрыли на старте, к примеру, 7-й уровень.
Я думаю, это возможно именно в день старта. Я не буду утверждать, но все возможно. То я тоже заработаю такую же сумму. Ну, не 8900, а 8800 я заработаю. И я буду очень счастлив, когда мои партнеры меня обгонят и будут зарабатывать, закрывать вот такие уровни. Мне не столько интересен именно мой доход, да, от проекта, как интересен именно ваш доход, потому что я буду получать точно такую же сумму. Если вы нажмете кнопку «Первый оплатить» 31 мая, то я буду, как говорил, только рад. Если вы займете очередь раньше меня. Ну, естественно, если вы в моей команде. Также и ваши партнеры, которые будут приходить, которым вы сейчас можете показать это видео, которые зарегистрируются под вами, когда будут получать вот эти выплаты, вы будете получать точно такую же сумму. Один очень важный момент. Каждый месяц, да, здесь нужно будет покупать заново планету. То есть планета выдает кометы, и тем самым планета, можно так сказать, кончается. Раз в месяц, чтобы двигаться в очереди, чтобы планета у вас не замерзла, не встала на одном месте, нужно прокупать новую планету. Я думаю, это несложно заработанных средств продлевать планету. Если вы, к примеру, да, закрыли только шестой уровень, естественно, вы можете с этих же денег и активировать планету. Если вы закрыли девятый уровень, то, ну, естественно, вы в любом случае, даже если у вас там 50 планет, вы также их активируете. Сейчас именно классная возможность зарегистрироваться до 31 мая, сюда пополнить кабинет и 31 мая занять хорошее место. Но, как я говорил, в июне также сюда будут заходить много людей. Если вы вдруг увидели это видео, ну, скажем, через полгода, то здесь уже нужно будет подумать. Если вы где-то в июне смотрите, да, вот после 31 мая, июнь, июль, то, естественно, данный проект для вас будет очень интересен. А также, что здесь еще идет? Когда мы закрываем шестой уровень, мы получаем планету. Она встает в конец очереди. То есть нам в подарок дается именно планета, а не комета. Который также, когда будет доходить до выплат, да, там, когда седьмой, восьмой, девятый уровень будет закрываться, а также будет вам приносить прибыль. И эта планета точно так же создает 12 комет в день. Когда мы закрываем седьмой уровень, нам также дается планета, восьмой 10 планет, 9 уровень закрываем 15, 20, 25 и так далее. Да, на 15 уровне мы получаем 100 планет. И все эти планеты встают в конец очереди, они двигают также очередь, создают кометы и идет постоянный круговорот. Ну, представьте, да, какое будет здесь мощное движение. Это как бы дополнительные подарки. Что касается M1 и Premium Star, расскажу чуть позже. К этому я еще вернусь. После регистрации вы попадете вот в такой личный кабинет. Советую всем всегда, когда регистрируетесь, просто пощелкайте по вкладкам, посмотрите что куда, почитайте всю информацию, которая здесь написана. То есть как бы визуально ознакомьтесь с ним сами. Расскажу лишь, на что нужно обязательно обратить внимание. То есть это мой баланс, 2,5 ST, это 2500. Заработано 1100, то есть еще не стартанул маркетинг StarTrek. Я уже заработал, расскажу сейчас как. То есть я уже дал информацию своим партнерам. И идут сейчас всего лишь 41 человек лично приглашен. На самом деле будет намного больше, уже команда здесь строится. Это только, можно сказать, первый день. И то даже еще день не прошел. 31 мая вот здесь мы видим Stars, AutoStars, SuperStars. Это разные маркетинги. 31 мая вот здесь появится StarTrek. И там уже вы нажмете активировать и будете участвовать в этом проекте. Что сейчас нужно сделать? Обязательно пополнить баланс заранее, да, чтобы не в день старта вы пополнили баланс и ждали, когда эта кнопка появится. Потом вы начнете пополнять баланс все это время, и зачем вам оттягивать всю очередь, да, вставать дальше. Обязательно пополняем баланс заранее. Как это сделать? Нажимаем «Финансы». Здесь или через FreeCassu, или через Pair. FreeCassu, к примеру, возьмем, вводим 5000, подтвердить. И здесь выбираете платежную систему, которая вам удобна. То есть Perfect Money, Мегафон, Beeline, Kiwi, U-Money, то есть Яндекс.Деньги бывшие. Можете выбрать и оплатить. Также, пока не забыл, нажмите настройки. Здесь у вас мы ничего не меняем, а вот здесь изменить финансовый пароль.
А вот этого поля верхнего у вас не будет, текущий пароль. Здесь пишите, у вас будет написано новый пароль и повторить новый пароль. Придумывайте новый пароль. Этот пароль нужен для вывода средств или перевода средств другому пользователю. Это другой пароль, не такой, как ваш. Обязательно заполните эти поля, запишите обязательно этот пароль и сохраните. Дальше, как здесь еще можно заработать? Заработать также и активно, и тоже здесь имеет составляющая пассивного дохода. Почему? Есть маркетинг Stars. Нажимаем сюда, нажимаем вот однерка. И видим, мой аккаунт стоит здесь. Уже зарегистрировались партнеры. На самом деле активировалось уже намного больше партнеров. Сейчас вы увидите. Это первые люди, которых я поставил. Здесь, когда регистрируются люди, я расставляю их вручную, да, вниз. Это матрица. Маркетинг матрицы я рассказывать не буду сейчас. Но он тоже приносит доход. Как вы видели, там 1100 заработано уже. И когда я расставлю здесь сейчас людей, будет еще больше. В чем здесь большая особенность? Здесь несколько столов. Стар 1, стар 2, стар 3 и стар 8. То есть каждые столы разный вход. Здесь 1500, это второй. Первый стол стоит всего 500 рублей. Когда вы здесь активируетесь, вы занимаете определенное место. И потом, когда новые люди регистрируются под меня или те, кто над вами находится, они также попадают ниже. И когда закрывается вот этот стол, от него, по-моему, там 500 рублей, то есть от моего партнера я получил сейчас 500 рублей. Сейчас закрою вот этих людей, и я попаду на вторую матрицу. То есть она у меня автоматически прокупается. И когда я двигаюсь по вот этим матрицам, с этих матриц будут лететь клоны. Чем выше матрица, она дает больше клонов. И я закрываю уже людей, которые приходят. Люди закрывают также своими людьми или также клонами будут закрывать. И теперь я вернусь к нашей табличке. Когда мы закрываем 7 уровень, нам дается один клон. Этот клон как раз мы можем поставить куда угодно. То есть тот же клон, который нам дальше будет приносить прибыль еще и здесь. И также помогая партнерам, которые сюда встают, мы проставляем клоны. То есть сейчас я рекомендую оплатить именно здесь матрицу. Зачем это нужно сделать? Во-первых, неважно, когда вы от меня получите перелив, да, сверху, потому что здесь матрица не закрывается первая, а она всегда разрастается вниз. То есть я сейчас вниз, вниз, вниз буду проставлять людей. И таким способом вы можете получить перелив. Во-вторых, когда вы дойдете, будете закрывать 7, 8 уровень, вам будут даваться клоны. И этими клонами вы сможете закрывать себя сами. То есть, когда вы закроете 8 уровень, вы заработаете 25 700, и вам еще 10 клонов дадут, и вы сможете активировать их непосредственно в проекте Stars. Возможно, сейчас вы немножко запутались, пересмотрите потом это видео, и вам более ясно станет. Когда под вами встает партнер, да, он прокупает это бизнес-место, вы его расставляете вручную. И также свои клоны вы можете расставлять вручную. Как это делается? Видим, здесь свободное место, я нажимаю сюда. Нужно немножко подождать. Здесь выскакивает 0 клонов. Пока я клонов не заработал, да, то есть когда я буду двигаться, переходить на новые столы, мне будут даваться клоны. И также, когда я здесь буду двигаться по очереди, и неважно, сколько я людей сюда привлеку, все стоят в одну линию, я в любом случае больше чем уверен, я буду доходить вот до этих клонов. А вот эти клоны я уже могу распределять здесь. Пока у меня 0 клонов, я выберу партнеры выбрать. Это партнеры, которые тоже купили матрицу, и сейчас я могу в ручном их порядке расставлять. То есть вот выбираем прям первого человека, нажимаем выбрать, закрываю, видим, партнер здесь появился. И сейчас всех я партнеров расставлю, ну, я не вижу смысла это показывать. Расставлю, я уже закрою первую матрицу, перейду на вторую, я закрою, скорее всего, и Виктора, Сергея, то есть люди встали, и я их закрыл, они заработали ту же самую сумму, перешли за мной во вторую матрицу. Круто, круто. Самые шустрые, они всегда больше всех зарабатывают. Но зарабатывают здесь все, то есть все зависит от того, быстрее пришел, быстрее заработал. Промедлил, тоже заработал, но время понадобится побольше. Таким образом, сейчас можно активировать эту матрицу для того, чтобы в будущем, когда у вас идут клоны, или уже сейчас, да, начать зарабатывать, как я уже заработал 1100, ну, я говорю, сейчас я закрою тех людей и еще заработаю. Просто не буду делать это прямо сейчас. То есть, активировав еще дополнительно, да, матрицу, это дополнительный как бы доход здесь. Это не обязательно, хотите делать это или нет, это на ваше усмотрение. Меня в этом проекте больше всего интересует именно Star Trek, который вот скоро будет.
Это я просто дополнение, знаю, что я заработаю здесь также. Даже если бы я вам сейчас это не рекомендовал, я в любом бы случае закрыл бы себя клонами. Просто я не хочу упускать сейчас эту возможность. И если я вижу то, что здесь, да, действительно можно быстро и легко заработать, почему бы и нет. Дальше есть еще Superstars. Здесь это стоит всего 100 рублей. Ну, вдумайтесь, 100 рублей, да, какие-то деньги. А здесь первого приглашенного 100%, со второго 100%, с третьего 100%, с четвертого партнера закрывается матрица, покупается такая же. А дальше уже закрывается матрица и покупается вот вторая матрица. Здесь это как бы больше активная работа, да, именно за счет приглашений. Но опять же, вы можете использовать мое видео, и к вам будут добавляться люди. Здесь также с каких-то уже уровней летят клоны и будут двигать вас к новым выплатам. И ваших партнеров тоже. Маркетинг, опять же, я сейчас не буду его пересказывать. До конца я его не изучил, потому что меня, как я говорю, больше интересует Star Trek. Но это дополнительный инструмент, и почему бы нет, да, почему бы не зарабатывать на нем. То есть, чтобы активировать Stars и Superstars, нужно всего 600 рублей. Дальше есть AutoStars, то есть первая матрица здесь стоит 5000 рублей. Я ее не активировал, но когда я получу или за 7-й, или за 8-й уровень, я приобрету и премиум Stars, потому что дальше здесь будут идти клоны. Я только могу к себе клонами закрыть и двигаться дальше. То есть я выбрал такую стратегию. Заработаю, к примеру, здесь закрою 7 уровень, возьму себе премиум Stars за 5000. И когда буду двигаться дальше, одни только клоны смогут меня двигать. Я думаю, это круто. А в чем здесь интерес? Когда мы доходим там до 4 матрицы, мы уже 1 000 000 зарабатываем. Когда закрываем 5 матрицу, мы зарабатываем около 5 миллионов рублей. Опять же, сейчас я это делать не буду, но в будущем буду. Итак, насколько же сейчас нужно здесь пополнить баланс? Все зависит, сколько планет вы хотите купить во время старта. У меня баланс сейчас 2500. Я на старте, скорее всего, буду брать 5 планет. Сейчас я могу купить не 5 планет, а больше, да, там 7, по-моему, где-то. Но я пока точно не знаю, но 5 это точно. То есть я буду отталкиваться от 5 планет. И 5 планет это стоит 365 умножим на 5, 1825 рублей. Если вы хотите 10 планет купить, да, то есть зарабатывать больше, то 365 умножим на 10, 3650. Смотрите сами, я ни на что не настаиваю, я лишь говорю, что я буду делать, то есть это 5 планет, пока я так думаю, но возможно возьму и больше. Сейчас я в любом случае до старта только этого проекта, я заработаю здесь больше и может я забью на всю сумму. Но для меня кажется оптимально больше 10 планет не выходить за эти рамки. Потому что я знаю, будут и 20, и 30, кто-то и 50 планет будет брать. А круто, когда очередь будет толкаться быстрее, но жадность она тоже здесь не нужна. Все должно быть в меру, не жадничать. Но с одной планеты мне бы неинтересно было бы здесь зарабатывать. В любом случае, если очень мало финансов, 365 рублей есть у каждого, да, чтобы поучаствовать в этом проекте. Берется небольшая комиссия, когда будете заводить сюда деньги, но это ничего страшного. Если у вас нет 365 рублей, такого не может быть. Если у вас есть доступ к этому видео, если у вас есть интернет, вы смотрите в компьютер или в телефон, у вас есть 365 рублей. И каждый здесь за короткое время может выйти на результат. Особенно кто заходит на старте, ну там в очень быстрое время дойдут вот до таких выплат. Чтобы вы понимали, в инвестициях я участвую не первый год, и обычно, чтобы мне просто отбить свои вложения, это нужно примерно 3 месяца. Это среднее значение. Даже я сказал, это обычное значение для всех инвестиционных проектов, которые существуют. Здесь же, особенно кто будет на старте, первый месяц уже заработает намного даже больше, чем вложенные средства. Кто будет заходить позже, у тех будет немножко дольше эти движения, но я готов подождать, чтобы выйти вот на такие суммы. Если вы готовы тоже, регистрация в этот проект, ссылка будет ниже. И очень важно, наверное, это, наверное, самое главное, что повлияло на мое решение участвовать в этом проекте. То есть без этого бы я точно ни сюда бы не пошел. Заходим в новости, нажимаем вот сюда, смотрим старт. Более 33 тысяч партнеров. 33 тысячи активных партнеров. Это очень важно для старта вот такого проекта, как Star Trek.
Почему? Потому что, ну, если будет на старте там 100-200 человек, это, поверьте, неинтересно, даже смысла нет запускать. Если бы меня позвал человек и сказал, слушай, я тебя ставлю на первое место, давай прорекламируй мой проект, я бы прям 100% отказался, даже там 1000 человек было, мне это неинтересно, потому что я знаю, ну, чтобы хороший был старт, чтобы движение, чтобы эти комменты вылетали, нужно большое количество партнеров. 33 тысячи. Но когда я сегодня только посмотрел сюда, если мы перейдем на первую вкладку, и вот компания получила сертификат халяль. Не углублялся, что это, но мне больше всего заинтересовала вот эта цифра. Подключилось более 40 тысяч активных партнеров. Та публикация была от 17.05, эта публикация 25.05. То есть в день сюда добавляется около 1000 людей. В день сюда постоянно добавляется новых пользователей. Ну и представьте, сейчас 40 тысяч активных партнеров. Это не планет, это партнеров, потому что каждый будет заходить на разные. Я, к примеру, там, да, 5 или 10 планет куплю. Не меньше 5, это 100%. Кто-то купит одну, кто-то две, кто три, кто 7, кто 15. Соответственно, на старте будет большое количество планет. И вот тогда очередь будет очень мощно двигаться. И вот это самый ключевой пункт, почему я решил принять здесь участие. Ниже вы сможете ознакомиться с маркетингом Stars, Superstars более подробно. Я оставлю видео на эти маркетинги. А также будет ссылка на командный чат, куда вы сможете добавиться, задать вопросы какие, если у вас остались. Там взаимная помощь, классная атмосфера. И такие же единомышленники, как и вы, которые хотят зарабатывать в интернете. Которые уже будут зарабатывать в интернете, даже если они первый раз с ним познакомились, попав в этот проект. Дата старта и время старта также будет даваться в этом командном чате. То есть, чтобы вы заранее знали, к какому времени подготовиться, чтобы сесть и как можно раньше нажать на кнопку и занять бизнес-место. Если вы смотрите это видео позже, ничего страшного, заходите, нажимайте. В любом случае, очередь будет двигаться постоянно за счет новых людей и за счет коммент. Понравилось видео, поставь ему лайк и подписывайся обязательно на канал. И до встречи в следующем видео.